Всем привет, ребята! В прошлой серии мы купили питбайк, который стоит 75 тысяч рублей за 28. А в этой серии мы купили питбайк, который стоит 160 тысяч за 65 тысяч рублей, ребята. Вот он. GMC MXR 160 Pro 2.0. Про него можно сказать, разве что это самый фаршированный питбайк, просто самый топовый, на вилке Fast-Taste DNM с двигателем 160 кубов. Короче, ребята, это просто самый топ, который можно найти на рынке. И знаете, чей это питбайк? Правильно, не мой. Это питбайк Давида. Давайте все поздравим Давида в комментариях с его новой покупкой. Как вы поняли, свой старый он продал. А его старый — это был знаменитый Микелон, на котором мы снимали питбайк на прокачку и влили немало денег. Но в итоге мы его продали за... 50 тысяч рублей. За 50 тысяч рублей, правильно. Чуть-чуть, конечно, невыгодно мы его продали, но у него были небольшие поломки. Неполадки, так сказать. Поэтому мы его подешевле отдали. Скажите, почему же вот этот питбайк стоит 160 тысяч рублей? Дело в том, что это GMC 160 MXR версии 2.0, а сейчас вышло уже 3.0. И этот питбайк новым просто не продается. Раньше, когда он продавался, он стоил 130 тысяч рублей. Но сейчас доллар вырос, и на рынке есть такой же питбайк, только уже версии 3.0. Он особо ничем не отличается, на мой взгляд. Главное отличие — это в пластике, там подножка чуть-чуть другая. А по факту с подвеской, там с траверсами, самые основные узлы одни и те же остались. Поэтому, чтобы купить вот подобный питбайк новым, нужно заплатить 160 тысяч. Не 130, как раньше. Потому что доллар вырос. Но уже у вас будет версия 3.0, а не как у нас 2.0. Но лично мне нравится вот эта версия больше, чем 3.0. Даже просто по внешнему виду. 3.0 он не такой агрессивный, как этот. У этого, блин, вообще, я на него смотрю, он просто какой-то зверь. Просто посмотрите, ребята. По моему мнению, это самый топовый питбайк. Будем говорить про мой? Спустя неделю. По моему мнению, это самый ебанутый питбайк. Есть какие-то еще фаршированные UCF, там, которые стоят уже и 300 тысяч, но мы их в счет не берем, это уже исключительно гоночные питбайки, тем более у них меньше колеса. Обычно они идут уже с 14-12, а нам нужны именно вот такие вот, 17-14. Давай, Давид, расскажем, что тут вообще есть, как мы его купили и зачем мы его купили. Короче, рассказать прям все подробно? Сначала характеристики. Характеристики, здесь я не совсем понимаю. Ну, короче, ребят, здесь вилка Fast-Taste. Регулировка раз, регулировка два. С регулировками. Да, с регулировками, это 800 мм здесь. Да, она стоит около 30 тысяч, только эта вилка. 29 с лишним, да. Потом задняя Amart, это DNM, тоже с выносным бачком. И регулировки тут. Тут регулировка есть, ребята, и вот тут еще регулировка. Он стоит в районе 17 тысяч. То есть мы получаем около 45 тысяч рублей, здесь только стоит подвеска, ребята. Мотор еще такой новый стоит 40 тысяч. Понятное дело, что это все бэушно, но как бы это все в хорошем состоянии, ребята. Он будет еще ездить годами, и надеюсь, с ним ничего не случится. Но он уже у нас сломался. И давайте все вместе. Небольшая предыстория. Давид очень сильно хотел поменять свой питбайк перед зимним сезоном, чтобы зимой наваливать, прыгать, и все у него было хорошо. Поэтому он решил выложить свой старый питбайк на продажу. Он выложил его на продажу и постепенно лазил на Авито, искал разные объявления. И вот нашел вот это вот чудо. Мы решили его поехать посмотреть. Он нас всем устроил. Мы договорились за 65 тысяч. Но человек еще отдавал с ними очки и шлем. Мы сказали ему, давай за 68 мы у тебя купим еще очки и шлем. Давид, принесешь, покажешь? Да. Короче, по факту питбайк сам мы купили за 65, но дали еще 3 тысячи сверху и взяли очки и шлем. Они совсем новенькие. На самом деле, ребят, я даже не знаю, о чем вам рассказывать особо. Просто это реально топовый питбайк. Сначала я его хотел себе купить, но дело в том, что я вот даже сразу радоваться начал. Дело в том, что у меня уже на полпути мой питбайк. Через несколько дней я уже вам покажу свой же питбайк. Он тоже фаршированный, заряженный. Надеюсь, придет в целости и сохранности. Он по транспортной компании едет. Че, будем ждать мой, потом еще снимем совместную покатушечку, да, братан? Конечно, будет противостояние вечно. А они еще не знают, что у меня за питбайк будет. Я понял. Ну, так же он тоже заряженный. Да, это, ребят, примерно, вот примерно, дам подсказку, это очень близкие соперники.
Это прям, по моему мнению, топ-2 питбайка. Вот этот и мой, который приедет, по моему мнению, это вот равные соперники. Это просто самый топ рынка. Так что, ребята, давайте быстренько наберем 3000 лайков. И я вам покажу свой питбайк, который приедет буквально на днях. Сразу моментально он приедет, я пойду записывать обзор, покажу вам, что я купил и на чем мы будем гонять. Я вас уверяю, ребята, вы будете в шоке, потому что он очень крутой. Кстати, попытайтесь угадать в комментариях, что за питбайк мне все-таки едет. Блин, Давид, просто смотри, что за пушка вид, да? Просто хабзит. Нам нужно туда ехать, вот туда кататься ехать надо. Покажи свой шлем. Вот такой шлем и очки мы купили за 3000, они совершенно новые. Ты рад? Да, очень. Только здесь вот смотрите, вот какая. Нету этого. Это ничего страшного, братан. А так, остальное все нормально? Все остальное с кайфом в цвет, братан. Теперь же расскажем про поломку. Да, теперь время пришло. Ну, рассказывай. Короче, ребят, мы купили этот мотоцикл, поехали, покатались, чисто так, по местности, немного. И накрыли стол. Ну, то есть, отмечали, праздновали, тудым-сюдым. И там мне Самуил сказал одну вещь. Тост. Тост. Мы, конечно, не пьем, просто пепси налили, вы, короче... Да, это понятно, братан, мы не бухаем. Он сказал, чтоб ничего не ломалось на мотоцикле. Да, а на следующий день, когда я поехал убирать все со стола, ну, то есть ночью не стал больше ничего убирать, поехал убирать все со стола с Артуриком, то у меня сломалась коробка. Да, Давид, короче, просто ехал по селу, и у него сломалась коробка передач, ребята. Чтобы вы понимали, чтобы... снять коробку передач, нужно просто разобрать весь двигатель. Сейчас вы видите кадры, в каком находился состоянии двигатель. Мы его сами, своими руками, но не без помощи дяди Альберта. Спасибо, дядя Альберт, что вы приехали, нам помогали. Как-то все это разобрали, починили, собрали и наконец-то завели. Поломка заключалась вот в такой вот маленькой шестереночке, у которой сломалось пару зубчиков. Но мы заказали полностью новую КПП, которая стоит 3600, поменяли ее. И заодно, когда разобрали, решили поменять сразу поршневую. Так что у Давида сейчас еще и стоит совсем новенькая поршневая. И у него теперь идет обкатка. Сильно он гонять не может, конечно, но обязательно сейчас заведет и покажет, как он работает. И прокатишься, да, чуть-чуть? Конечно. Первый, давай. Второй, третий, четвертый, двадцать. Да, ребят, к сожалению, сейчас мы особо не покатаемся, потому что мы только собрали двигатель, и он проходит обкатку. Но я вам обещаю, что буквально на днях ко мне приедет мой новый мотоцикл. И если вы наберете 3000 лайков под этим видео, я сразу же сниму на него обзор. Ну, как обзор, я просто покажу, что я купил, потому что я не обзорщик, я не сильно разбираюсь в этой технике. Разбираюсь, но чуть-чуть. О, Давид, спортбайк, братан, в лесу, ты видел такое? Да, это только в Гумарии могут быть такое. Чисто Ямаха, да? Ладно, спортбайк нас немного перебил. Что я говорил? А я не помню. Короче, как только наберем мы 3000 лайков, я сразу вам покажу мой питбайк. И мы поедем за видом кататься по лесу, по треку, вообще без разницы. Будем испытывать их по максимуму. Так что, ребята, походу вас ждет топовый контент. Такой же топовый, как эти горы. Я тоже хочу прокатиться, потому что я в последний раз катался дней 15 назад, когда мы его купили. А потом, спустя 2 дня, у него сломалась коробка, мы ее заказывали, ждали. Поэтому только сейчас я могу насладиться этим питбайком. Ну как насладиться, он на обкатке, я не могу сильно газовать, но все же. Блин, какой оборот, пипец. Все летают, братан.
Давид, я тебя поздравляю, просто пушка, ребята. Поздравьте Давида в комментариях. Еще, кстати, пару дней назад, 24 ноября, у меня было день рождения. Мне исполнилось 20 лет. Так что можете меня поздравить с прошедшим комментом. Да, но мой главный подарок еще в пути, братан, на день рождения. Эх, когда я его возьму, ребята, будем летать с вами. Всем привет, с вами Инна Столярчук. Сегодня мы снимаем влог, как Самуил снимает свой питбайк. Итак, на обзоре у нас... GMC Kayo. MXR. Нет, не Kayo, GMC MXR. GMC... MXR. MXR. MRT. MRT. Все, Инна, не надо. Короче, ребята, какой можно сделать вывод? Для начала нужно поздравить Давида еще раз. Поздравляю, братан. Это единственный человек, пока что, у которого из нашей компании нормальный боевой гоночный питбайк. Вот этот вот. Но скоро еще будет у меня тоже гоночный. Так что лайки не жалеем. Кто еще не поставил лайк, просто смотрите ниже. Если кнопка горит серой, то сделайте ее синей. Если кнопка подписки горит красной, то сделайте ее серой. Вы поняли, короче. Надеюсь, вы поняли. Еще напишите что-нибудь в комментах. Или Давида поздравьте с питбайком, или меня с прошедшим днем рождения. Или заранее поздравьте с новой покупкой, с новым питбайком. Да, или заранее поздравьте меня с новым моим питбайком. Короче, с чем-то поздравьте, пожалуйста. Поздравьте Артура. Да, кстати, походу по наследству мой Kayo переходит Артуру, а его BSE переходит не знаю куда пока что. Комментарии, которые попадают в это видео, ребята. А чтобы также попасть, нужно... Инна, не смейся за кадром. А чтобы также попасть, нужно просто написать комментарий. И я рандомно выберу 3 комментария и добавлю в следующее видео. Так, ребята, все, мы погнали, короче. Самое главное, что нужно сделать, я уже вам сказал. Очень холодно. Еще мне подарили на день рождения новый портфель Rockstar Fly Racing. Крутой? Да. Всем спасибо, всем пока. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем пока. Привет. Только это не выкладываешь.